два падения мы видели. Передача на Пятака, это гол! Это гол Картаев! Снова большинство помогает Югре. И счет становится 2-0. Теряев возвращается. Отличная передача и отличное завершение. Поддавили югорчане, и Авраменко поднял шайбу, потом она к нему же вернулась. Картаев стоит совсем один одинешенек. Пройдет передача? Если да, то, скорее всего, это будет гол. Так и получилось. Махнул клюшкой в последний момент Медведев, попытался помешать этому броску, но он пытался перекрыть большое пространство сразу нескольких соперников и попросту не успел ничего сделать против Владислава Картаева.